Екатерина Акопьян – советник директора по воспитанию 22-й Самарской школы. Здесь она начинала работать еще в 90-х годах хореографом. Сегодня приобщает к танцам своих учеников. Вместе они устраивают пышные балы. Участвуют все, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. По словам Екатерины, ребята в танце по-настоящему раскрываются и становятся увереннее. Ее труд незамеченным не остался. Педагог заняла первое место в номинации «Лучшая практика по взаимодействию с детьми, требующими повышенного педагогического внимания». Я всегда рядом с детьми, вместе с детьми. Я сама танцую до сих пор с удовольствием на всех праздниках, на всех балах. Я действительно очень люблю детей и очень люблю свою работу. И я понимаю, что я выбрала именно тот путь, который я хотела и мечтала о нем всегда. С 1 сентября 2023 года в образовательных учреждениях региона появилась новая должность – советник директора по воспитанию. Главная задача этих специалистов – стать для учащихся старшими товарищами и наставниками. Советник непосредственно курирует все инициативы детей, то есть все, что они предлагают, он берет и помогает им реализовать, воплотить в жизнь. Он знает про все объединения, которые есть внутри образовательной организации, и любого ребенка может направить в соответствии с его интересами. Ну и, соответственно, знает, какие формы предложить как педагогам, так и родителям. Советники директоров по воспитанию приняли участие в конкурсе «Лучшая методическая разработка». Всего поступило 148 заявок. Одним из популярных направлений стала работа с родителями. Организаторы отмечают, все больше взрослых участвуют в школьной жизни и активно интересуются, чем живут их дети. Ксения Баканова, Константин Головин. События.